приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Роман Даниил. Итак, я вам покажу сейчас очень прикольный суперсет, который сэкономит ваше тренировочное время. Это тренировка спины плюс тренировка бицепса. Все это любят делать, спина, бицепс, в принципе. Мышцы как бы взаимосвязаны во всех тягах у нас. Бицепс играет как мышца дополнительного действия. Вот, я решил сделать такой суперсет. Чем доказать вам, что в фитнесе правил как таковых и нет. Мы можем выдумывать рабочие схемы, какие угодно, из каких угодно упражнений. Итак, поехали. Первым мы будем делать подтягивание на перекладине плюс подъем штанги на бицепс. Делать я буду хватом сверху. Повторений в каждом подходе, в каждом движении будет 12 повторений. Сразу же, без паузы, я берусь таким же хватом, то есть хватом сверху, и делаю подъем штанги на бицепс. Цель этого всего – сосредоточить нагрузку, в данном случае, на предплечье. Так, дальше. Дальше мы меняем рабочий вес. Немного добавляем на штангу. Отдых минимальный. Потому что все-таки рабочие веса небольшие. Мы будем грузить себя интенсивностью. Удобно. Итак, я набавил рабочий вес. Отдыхаю не больше 40 секунд. И проделаю еще такую же работу, только уже на штанге вес немного больше. Подтягиваемся без веса. Подтягивание само по себе. Упражнение прикольное. Но если вы мощный турникмен, то конечно лучше одеть на пояс какой-то удержитель. Без паузы такой же подъем штанги на бицепс обратным хватом. Так, это второй подход. Вес я менять не буду. Отдыхаю также 40 секунд. И приступаю к третьему кругу, который буду делать уже обратным хватом. Ладонями кверху. Это чтобы сбить с толку наши мышцы. Хват сверху, хват снизу. Мышцы работают по сути те же, но немного по-разному. Под иными углами. Остаюсь тем же весом для того, чтобы не задействовать читинг. Работать максимально чисто. Итак, дальше работаем обратным хватом. Постараюсь выполнить 12 повторений. Отдых. Это бывает без ничего. Теперь подъем штанги на бицепс. Классический. Ладонями кверху.
Итак, я сделал всего 3 круга. Ушло у меня, прыгни, примерно 7 минут на это дело. Но физически я уже истощен. Эта работа, конечно, еще не закончена. Я рекомендую вам сделать таких от 3 до 5 кругов. Вес небольшой, интенсивность очень высокая. Выполняйте с небольшими паузами между подходами. Итак, я доделываю сейчас это упражнение и перехожу к следующему. Итак, ребят, вы выполнили от 3 до 5 таких вот сетов с минимальными паузами, по 12 повторений в каждом движении. У вас, конечно же, будет вас настигать отказ ваших мышц в подтягиваниях. Это нормально, это хорошо, это так надо. Значит, вы делаете все правильно. Отказ достиг, вы делаете задержку там на 2-5 секунд и продолжаете добивать это упражнение. Цель сделать повторение. Не останавливайтесь, парни. Если вы сделали 7 повторений, наступил отказ, это не повод завершить движение. Это повод сделать паузу 2-5 секунд и продолжить это упражнение. Итак, закончили мы первое упражнение, приступаем ко второму суперсету. Этот суперсет тоже будет спина плюс бицепс. Между упражнениями отдыхаем мы примерно 2 минуты. За это время мы готовим снаряды к дальнейшему их использованию и, в общем, приступаем. Итак, второй суперсет. Спина плюс бицепсы. Выполнять я буду тяга штанги в наклоне обратным хватом и плюс сгибание рук, в общем, для бицепсов. Упражнение для бицепсов. По той же схеме, 12 повторений. Берем гантельки и впахиваем задачи. Также отдыхаем до 40 секунд, если можем, прибавляем рабочий вес, если нет, оставляем вес прежним. Итак, я прибавил вес на штанге, гантели я оставил такими же. Потом я сделаю наоборот. Прибавлю вес на гантелях, на штанге я вес оставлю прежним. Так, погнали. Количество повторений оставляем прежним, это 12. Я выполню для бицепсов не молотки, а обычные подъемы гантели на бицепс. Итак, я сделаю последний, 4-й суперсет. Всего я буду делать в каждом суперсете по 4 подхода. Вы можете сделать 3, можете сделать 5. Это зависит от вас, от ваших ощущений. Итак, погнали. Я прибавил вес на штангу.
но количество повторений я оставляю прежним, 12. Так, я отдыхаю 2 минуты, готовлю снаряд к следующему упражнению. Итак, ребят, прошло почти 2 минуты, да, не забудьте запасаться большим количеством воды. Я приготовил снаряд к следующему упражнению, это был также суперсет. Суперсет необычный, я уверен, многие из вас, процентов 95, его никогда не видели и никогда не делали. Это тяга штанги в наклоне обычным хватом плюс становая тяга с этим же весом, с этой же штангой. Итак, эту тренировку я провожу в рамках своего жиросжигания. То есть я включаю наиболее энергоемкие, наиболее базовые тяжелые упражнения. Я их объединяю в суперсет и получаю от этого очень хороший механизм жиросжигания, своего жиросжигания. Итак, погнали. Я постараюсь сделать тягу в наклоне, в общем-то, с параллелью к полу. Хват более широкий, чем тянем в наклоне обратным хватом. Дальше ставим и без паузы выполняем становую тягу. Каждым подходом я в этом суперсете я буду повышать рабочий вес. Паузу буду делать не более 1 минуты. Итак, ребят, это четвертый заключительный подход. Я повысил вес. Постараюсь сделать его в диапазоне 12 повторений. We'll be right back.
Итак, друзья, это была тренировка в рамках моего жиросжигания. Времени у меня на нее ушло чуть-чуть больше 40 минут. Но это была практически чистая работа с минимальными паузами для такой силовой тренировки. Всего было 2-3 суперсета. Вес был средний. Я брал примерно 50% от своего рабочего веса. Если вас эта схема заинтересовала, подбирайте веса таким же образом. Возьмите примерно 50% от своего одноповторного максимума в конкретном движении. Это и будет тот самый вес, с которым вы можете проводить очень интенсивную и объемную работу. Тренировка прошла на ура. Теперь я выполню на велотренажере примерно 30 или 40-минутную кардио-тренировочку, и на этом я закончу свою повседневную тренировку. Итак, ребят, эта тренировка говорит о том, что в фитнесе нет никаких правил, нет никаких ограниченных кем-то тренировочных схем. Вы являетесь композитором, автором и поэтом своих тренировок. Только вы, никто другой. Я хочу, чтобы вы поняли, что нет никаких волшебных тренировочных схем. Есть только вы, ваше тело, ваша мотивация, ваше желание вкалывать. Легко не будет, друзья, будет только сложнее и сложнее. Чем сложнее тренируетесь, тем будет сильнее ваш результат. Так, ребят, на этом все. С вами был Романов Даниил. Я желаю всем удачи, друзья, здоровья. Достигайте результата любым путем, любыми схемами. И до скорой встречи.